А что играем их стало? Три сета? Да. Или два сета тайбрейк? Нет, три полных, да? А у меня здесь. Thank you.
А здесь всегда так. Здесь, когда даже в городе нет ветра, здесь всегда ветер есть. Мы сюда и не любим ездить. А если здесь... Еще меняет направление. Я здесь играл последний раз года 3 назад, не соврать. Вот не ездил. Сейчас решил попробовать. Что здесь делать? Какой-то кошмар. Доехать невозможно. Столько вообще на Петроградской порте, столько возможностей вообще в центре. Сейчас хороший центр строится спортивный. Вот я только сейчас там был. Где этот? Экспофорум. Пулковское шоссе в сторону Пушкина. Опять чужнает туда. Да, там 4 грунта хороших. И много других видов спорта всяких разных. Такой большой центр у нас спортивный. Мы туда ехать, с севера на юг, и даже будем. Я на юге не туда. Мне очень. Мы на Петроградке.
правда, сейчас он нам перезвонит. Thank you.
В линию попал, причистил в линию. Нет, так ты сразу спроси, я не уверен. Он на линию попал. Он на линию попал, прочесал линию. За 50 лет глаз намет он. Тогда отсюда тем более не может быть вам видно ничего. Я ничего, все нормально. Все хорошо, играйте. Девять, девять, девять.
Володе, я не могу сейчас перезвонить, сейчас я его перезвоню. Ну и все тогда, если нет времени, тогда и пусть идет мастер говорит. Да. Понял, я понял, я перезвоню, хорошо.
подарок был? Да.
ничего. Давай! Эти два мяча, чего? Берем,
Здесь.
подвигайся. А здесь можно взять и разметать? Тут написано, что типа разметай. Ты что делаешь? Зачем? Там кто-то играет, да? Ну да. Дед там научил меня. Ты не играл, да, давно, наверное? Ну да, я зимусь. Игрового опыта нет. Я тоже так не особо играл, но я как на маске там что-то написал. Ты бы на наоборот. А турнир какой на маске? А там в Турции самый крупный в мире олимпийский турнир. Там профессионалы играют. А если не в сеньор? Нет, это олимпийский, а маршрут. Там собираются 14 человек и играют. Одиночные пары, чем призовые. Есть призовые фонды, профессионалы играют. Играют, ну, так, профессионалы любители пары играют. И женские, и миксы. То есть там все, что можно, 12-14 дней. Идет два турнира подряд, и мы там играем.
установки. Там 64 корпуса. 64 корпуса. 64 корпуса. Самый мощный, ну, самый большой в мире этот спортивный центр тенниса. Ну, в каждый майский, и вот сейчас на конец октября, начало октября, два турнира проходит всего. Вот сейчас будет конец октября, начало октября, второй. Здорово. Ну, если бы на чуть-чуть потренировался, я думаю, там, да, очень хороший там, какие-то там победы, финалы и так далее. Единственное, что, наверное, буду работать уже. Ну, там выпадает, вроде, падение, там каникулы, там какие-то праздники, это еще нет. Праздничный день, по-моему, там. Конец сентября, начало октября. Вроде там что-то праздничное, если я не ошибаюсь. По-моему, каникулы, но они, по-моему, в конце октября оказываются. Да. Может, нет. Каникулы в конце октября. Да. Конец октября. Ну, там теоретически можно на неделю приехать. Там дней на 5, когда все не работает. Здорово. Покупаться, поиграть. Да, там погода хорошая. И, в общем-то, за 10 дней там так наигрываемся, тренируемся, что здесь за год так уже не получается. И там не жарко получается, да? Ну, в сентябре хорошо, да. На майске жарковато, там днем все-таки там, по 35, там. А сейчас, вот, в сентябре будет так и даже хорошо. 25-27, так это не так. Ну, вообще, да. Вот. Не то, что здесь. Да? Если что, если появится желание поехать. Можем телефон не обменяться. А давай обменяемся. Набрать это. Я тебе расскажу. Ты на юге живешь, да? Ну, я в Московском районе. Да. На севере, ну там так раз. А, 2008-2009. Это Сергей зовут? Да, Сергей. Там по турниру как капитан команды от Питера у нас есть два, у Ванкувера, собственно. Ну да, да, да. И я. У нас там две команды, когда мы через, ну, команды всегда в городах выигрываются. Все так прям. И там тоже, да, это команда чемпионата? Да, да, вот там как раз команда чемпионат проходит, да. То есть там будет там команда на команду, там было бы сейчас сколько? 18 команд было. Сейчас сейчас там вся Россия, ну, то есть страны ближние выразили, там Латвия. И ребята там, и дедушки, все вообще, все, и дети, все любят. Ну и с профиками там играешь, как бы, это круто, смотришь на них, они все-таки там приезжают, такие ребята, там, типа там, топ-100 раньше, что было. О, то есть, ну, игру посмотреть интересно. Просто да, вот, а они как бы играют, там, этот Марсель тренируется постоянно, этот, который первый в Турции, который был в 70-м мире, я не знаю, он как бы там постоянно на топ-100. Там еще 10 дней, вот так сам играешь, на других смотришь, и так форму играешь, и 10 дней. Как здесь, мне полгода еще тренируешься, не можешь никак, а там 10 дней приехал, то бах, все попадает. У меня еще с мастером это видно осталось, считай, уже прошел весь май и июнь, мы, когда я 9 мая, а я даже 7 мая уже вернулся, я там на недельку ездил. И вот с того времени я так вообще играл очень мало. И вот, вот осталось с того, вот, набитый просто. Да, да, да. Ну, если бы, конечно, ветра не было, было бы интереснее. Так много было срывов, вообще бы получилось. Ну, он очень много, да, взрывал просто мяч, явно нормально летит и ветром. Да, я сколько не сеет, вот не играешь, вроде так мяч там попадает, так очень удобно. Я подбегаю его пить, расставлю мяч, а он раз и сюда пить. Мне приходит через эту чуваку. Вообще, точка меняется постоянно, не попасть. Это там, да, вот где бы, если ветра не было, было бы такая, ну, интереснее. Там видно, мяч хуже видно. Не знаю. Ну тебе видно, ты на улице еще не очень пока прибит, да? Ну да. Мы тут как раз вот этот майский весь на улице там все отыграли. Я как раз, ну, я уже вышел.